Звездная пара Дэвид и Виктория Бекхэм встретили рождение своей дочери в воскресенье. «Я очень горд и рад объявить о рождении дочери, которую мы назвали Харпер Севен Бекхэм», написал счастливый отец на своей странице в Facebook. Она родилась здесь, в Лос-Анджелесе, без 5:08 сегодня утром. «У Виктории все в полном порядке, и наши сыновья счастливы появлению сестренки». У Бекхэмов уже есть 3 сына. Бруклину 12 лет, Ромео 8, а Крузу 6. Дэвид Бекхэм известен как звезда британского футбола. В последнее время он защищает цвета футбольных клубов США. Его супруга также знаменита как бывшая участница проекта Spice Girls. Теперь она устраивает сольные концерты и стала известным дизайнером.